Какие основные три качества ищет партнер в своей избраннице? Чтобы женщина была не только любовницей, а и другом, и матерью будущих детей, чтобы она была искренне добрая. Какие три качества мужчина ищет в своей будущей избраннице? Ну, чтобы она была хозяйкой, верной, любящей. Наверное, скромность, женственность и, я не знаю, честно, наверное, это только два таких основных. Это, конечно, сложно сказать, но я думаю, чтобы любила дом, детей, и хотела вместе с ним развиваться. Ну, я считаю, тоже взаимопонимание, доверие. Ну, как бы, чтобы она могла его выслушать, поддержать ее в трудную минуту. Это забота, хозяйственность и красота. Первое, на что мне обращает внимание мужчина, это внешность. Второе, отзывчивость, доброта и, наверное, интеллектуальная способность. Знаете, я считаю, что в отношениях человек ищет себе партнера, в котором отображаются все те качества, которые бы он хотел видеть в себе. Я не могу дать однозначного ответа на этот вопрос. Ну, конечно, женственность, потому что ну, куда без нее? Женственность, я думаю, доброта и чтобы она была не глупа. Ой, да у них там запросов столько, поэтому, в принципе, пересчитать 3-3 это мало как бы. Ну, понятное дело, чтобы не было вредных привычек. Не курила, не пила, это, наверное, самых две главных. И тоже, чтобы, наверное, была красивая, умная, готовила вкусно. Ну, красота, наверное, в первую очередь. Потом, наверное, ну, ум, это понятное дело. Да. И, ну, как бы, чтобы человеком было хорошо, наверное. Может, вот притягивать человек, как бы, вот, чувствуешь, что твое, наверное. Наверное, тоже, чтобы была верная, не гуляла. И была, ну как, хозяйка в доме. Любому мужчине нужно признание. Поэтому мужчина хочет признания, он хочет, чтобы его женщина им гордилась. Он хочет, чтобы его женщина его воспринимала как самого-самого-самого. Это мужчина и ищет. Ну, конечно, немаловажно, наверное, умение женщины создавать домашний уют, заботиться и выглядеть хорошо тоже для мужчины.